Сегодня 1 апреля, пятница, на канале RTVI «Международные новости». Я Сергей Кения. Здравствуйте. Начинаем выпуск с новостей из Парижа. В центре французской столицы в 12:20 по местному времени прогремел мощный взрыв, начался пожар. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Мы следим за развитием событий, все подробности в нашем следующем выпуске. Итак, сейчас в мире. Виновники убийства российского пилота Су-24 понесут наказание. Такое заявление сделали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о задержании накануне турецкими полицейскими Альпарслана Чилика. Один из лидеров радикальной организации «Серые волки» взял на себя ответственность за убийство Олега Пешкова, летчика российского бомбардировщика, сбитого турецким истребителем в ноябре прошлого года. В Москве не раз заявляли, что наказание виновных является одним из условий восстановления отношений с Анкарой. Впрочем, по признанию Пескова, Турция пока не сделала ни шага для нормализации отношений с Россией. Пока этого сделано не было, и в эту сторону пока не было сделано, собственно, малейших намеков, в связи с чем можно только еще раз, в очередной раз, выразить сожаление. Не услышали в Москве и признания вины от Анкары, а в Турции извиняться за то, что сбили российский военный самолет, который якобы нарушил их воздушное пространство, не считают нужным. Тем не менее, турецкие власти, если не действиями, то на словах говорят о необходимости восстановления взаимоотношений между двумя странами, разорванных из-за инцидента со сбитым бомбардировщиком. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в США призвал Москву рассматривать отношения с Анкарой с учетом прошлых связей. При этом турецкий лидер заявил, что они пострадали из-за политики российских властей. К сожалению, после 24 ноября мы переживаем тяжелый период в отношениях с Россией. После распада Советского Союза они успешно развивались. Однако стали портиться еще до инцидента с самолетом из-за политики, которую российское руководство вело в последние годы. Несмотря на резкую реакцию Москвы, которую нам трудно понять, региональные проблемы делают необходимым возобновление нашего сотрудничества, так как Россия и Турция – важные страны в нашей географии. Ждем, что российские коллеги поймут это и оценят эту необходимость. Оттепель в российско-турецких отношениях или принудительное партнерство? О перспективах восстановления отношений между Москвой и Анкарой подробнее в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. Сербия расхотела в НАТО. Министр иностранных дел страны Ивица Дачич, находясь в Москве, заявил, у Белграда нет амбиций по вступлению в Североатлантический альянс. Более того, по словам дипломата, сербские власти откажутся от интеграции в Европейский союз, если это повлечет за собой ухудшение отношений с Россией. При этом на встрече со своим коллегой Сергеем Лавровым Дачич все же признал, что правительство считает вступление Белграда в ЕС шагом, отвечающим интересам страны. Отмечу, что в 2012 году Сербия получила официальный статус кандидата на вступление в Содружество. Однако не все так просто. Сербия отказывается признавать независимость Косово. Белград не готов пойти на это даже ценой вступления в ЕС. Что касается НАТО, отношение к альянсу в бывшей Югославской республике всегда было неоднозначным. В первую очередь, это связано с натовскими бомбардировками 99 года. Мы страна, которая и географически, и политически относится к Европе, но это никак не может быть в ущерб нашим хорошим отношениям с Российской Федерацией. Также Сербия ведет политику военного нейтралитета. Мы не намерены, и никто в Сербии не инициирует вопрос о членстве в НАТО. Наш уровень сотрудничества с альянсом сохраняется на уровне партнерства ради мира. У нас нет никаких амбиций, и наш народ вовсе не поддерживает, чтобы Сербия стала членом НАТО. О том, что Сербия не вступит в НАТО, 10 марта во время визита в Москву заявлял и президент республики Томислав Николич. На встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным он подтвердил желание Белграда сохранять военный нейтралитет. По его мнению, сербские власти должны проводить сбалансированную политику без подключения к какому-либо военному союзу. Об отношениях с НАТО сегодня говорил и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва не заинтересована в нагнетании конфронтации с альянсом и по-прежнему готова восстановить с ним отношения. При этом министр иностранных дел подчеркнул, что речь идет исключительно о равноправном партнерстве. Отмечу, что отношения между Москвой и Брюсселем резко обострились 2 года назад, когда Россия аннексировала украинский Крым. В НАТО эти действия восприняли как угрозу европейской безопасности в целом. Мы к этому относимся философски. НАТО – это реальность. У нас нет никакого интереса нагнетать конфронтацию с этой структурой. Хотя мы видим, как агрессивные устремления воплощаются в жизнь под лозунгом необходимости бороться с угрозой с Востока. Угрозой, которая не существует и которая используется для того, чтобы оправдать наращивание военных расходов, развертывание военной инфраструктуры на наших
западных границах, ну и так далее. Но тем не менее, мы эти отношения не разрывали, мы по-прежнему готовы восстановить эти отношения исключительно на основе, конечно, равноправия и выполнения тех договоренностей, которые касаются обеспечения равной и неделимой безопасности для всех стран на евроатлантическом пространстве. Разрешению кризиса в Украине мешают американские деньги. Так можно истолковать слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Комментируя сообщение СМИ о том, что Вашингтон намерен предоставить Киеву транш в размере 1 миллиарда долларов, сотрудница ведомства Лаврова на своей страничке в Фейсбуке написала, что Соединенным Штатам следовало бы увязывать выдачу миллиардных траншей с выполнением минских договоренностей. В Москве считают, что именно Киев не придерживается своих обязательств в рамках этого соглашения. Я напомню, президент Украины Петр Порошенко, который приехал в США для участия в саммите по ядерной безопасности, встретился с американским коллегой Бараком Обамой, сделал ряд резких заявлений в адрес России, но при этом исключил возможность разрыва дипотношений с Москвой. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. Оставайтесь на канале RTVI.